живи здесь. Строй будущее своих детей здесь. Мир и покой вошли в каждый дом. Елбасы Нурсултан Назарбаев. Все эти годы мы шли только вперед. У нас всегда был четкий план действия. 15 лет назад мы приняли стратегию «Казахстан-2030». Устали от пафосных речей главы государства? Надоели бесконечные вести с полей? Хотите знать, что реально происходит в Казахстане? Подписывайтесь на новый канал 1612, и вы постоянно будете в курсе настоящей жизни Казахстана. Смотрите новости без цензуры на канале 1612.